Всем привет, дорогие друзья, и хорошего вам настроения. С вами Рэй, мы продолжаем играть в игру Yarn Today 2 или Газуй или Умри. Так, у нас с вами есть денежка, поэтому, естественно, ребята, мы потратим, ну, конечно, не на броню, на горючку в первую очередь, я думаю. Так, и все, что ли, больше ни на что не хватает? Нет, хватает мне еще как раз на двигатель. Ну что же, ребята, вы видите, да, у нас какая классная машина. Давайте посмотрим, что она будет себе представлять на трассе. Ну, слушай, я думаю, если купить на нее броню, то она будет, ну, жесткая, наверное, тачка, да? Так, опять какие-то у нас вечно вот эти вот арки, метро, я не знаю, подземка, как это еще назвать. Но в данный момент как-то фуфловенько мы едем, если честно. Без брони, без всего. Ускорения у меня тоже нет, ребят, так что если я куда-то упаду, я выбраться уже точно. А это прикол, это сейчас был прикол, конечно. Так, спортсмены опять же. А вот это нафига делать-то так, прям под потолок? Так, бензин закончился. Ну что, ребята, буквально пол трассы я проехал, да? И давайте еще себе докупим горючечки. Так, все, да, больше ни на что не хватает. Жаль, будем, ребята, с вами ждать нашей заветной с вами рекламы. Потому что на рекламе мы с вами можем что-то приобрести сразу же. Ну, не ждать и не ехать, да? Так, слушайте, мне надо, наверное... колесики тут улучшить. Я смотрю так на эту машину, да, без колесиков мы как-то здесь себя не уверенно чувствуем. Без развесовки, соответственно, тоже. А без ускорителя я вообще, ребят, молчу. Прицепился, а? Паршивец. Паршивец. Здесь, наверное... Да, ребят, здесь можно было бы запрыгнуть, если бы у меня было бы хотя бы малейшее ускорение. А почему этого зомби не разнесло в хлам, когда у меня бочка взорвалась? Он должен был отлететь дальше, чем видит. Но нет... Так, ребят, бензин закончился, и я буквально чуть-чуть смог побить свой прежний рекорд. Так, ладно, раз у нас такая делюга, давайте, ребята, купим себе ускоритель. Ну, сами видели прекрасно, что я без него, ну, никак не могу. Не, ничего себе у нас ускоритель наверху, блин, такая громадина стоит. Нифига, круто. Так, понятно. Такая пушка. Там один из подписчиков писал, а я уже, говорит, езжу на пожарной машине. Это, конечно, хорошо, я тоже когда-нибудь буду ездить на этой пожарной машине. Когда-нибудь и на Белазе, ребят, прокачусь. И вообще, наверное, еще серии 2-3, и мы ее вообще с вами пройдем. Так, ну что, ускоритель у меня есть. И его я пока тратить не собираюсь. Он мне понадобится... вот, смотри-ка, прикольно тут получилось у нас с вами, мы запрыгнули. Так... Я немножко, ребят, поднажал на ускоритель. Вот здесь вот в обязательном порядке он так нужен нам. Йоху! Да, давай ты... Да ладно тебе, слишком медленно. Хорош ты уже тут чушь-то пороть. Так, у меня и бензин кончился, и ускоритель, да? Ладно, раз вы такие засранцы, будем действовать по-другому. Ну что, ребят, я не знаю. Давай, наверное, еще ускорители с вами приобретем. Все так дорого стоит, что буквально, ребята, одна гонка, один заезд нам хватает только на то, чтобы купить одно улучшение. Согласитесь, это очень дорого. Ну и тачка, извините меня, тоже не фуфлы-муфлы, да? Так. Ускоритель у меня две ячейки. Мне бы хотя бы до первого чекпоинта, ребят, доехать. Там можно будет уже и расслабиться, я думаю, да? Так, так, я вот здесь под ускорением, ребят, заеду. Все здесь вот так вот будем пробивать с вами. Ай, молодца. Все четко, четко. Так, отлично. Ну, бензин закончится, давай на ускорении тогда. Вау. Нифига, ребят, я вот это я пужанул. Так пужанул, как говорится. Буквально, ребят, на одном ускорении я от этого пролетел расстояние, все. Так, ну что же, раз у нас проблемы с горючим, значит, покупать нужно именно его. Опа-на, коробка передач. Ну что же, два апгрейдика с вами сделали, я надеюсь, это нам как-то поможет. Да чтоб тебе, блин, все время, ребята, об эту фигню врезаюсь. Ладно, фиг с ним. Ускорителя мало, да? Так бы можно было бы на ускорении тут просто летать. Просто втопил бы, да, педальку газа до отказа и давил бы этих зомбарей, и все. Ядрень фени. Ничего бы они нам тут не сделали с вами. Ты дыш просто в хламину. Обожаю, ребята, вот такую драйвовую игру. Просто она все нипочем.
Нам на всех по барабану, ребят. Мы сами по себе, мы выживальщик, поэтому нам нужно выживать любой ценой. Чего бы нам этого не стоило. И мы стараемся это сделать. И причем сделать это стараемся красиво, а не абы там как и абы что. Ого, ого, ого. Не знал, ребята, что здесь можно вот так вот втюхаться на самом деле. Что можно, видите ли, провалиться и куда-то там забарахтаться. Так, давай ускоритель мы возьмем с вами. Слушай, а что давно так... О, вот она, ребят, долгожданная наша рекламочка. Так, ну что, мы с вами тогда еще, наверное, докупим бензина. Вот так вот. Ну что, ребята, бензина у нас достаточно, давайте поехали. 179, кстати, у нас с вами день. Блин, опять об эту же ерунду врезаюсь. Куда ты там? Я же видел, что там бежит сверху, ребят, спортсмен. Но он почему-то до меня не добежал. Хе-хе. Потому что он нубас. Так, нам, знаете, что не помешало бы, наверное, с вами улучшить? Колеса и развесовку, естественно. Так. Едем, отлично. Ну, а там уже, конечно же, и броня, и все тому подобное. Вау, классно. Давай, 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 пробиваемся, пробиваемся. Так, вот здесь надо газануть немножко, ребят, потому что... Щекотливая довольно... Да, у нас что-то как-то сцепление барахлит с вами, поэтому... Спортсмен залетел на верхний этаж, вот дурило. Так, где-то вот здесь, ребят, да, вот. Ах, не получилось маленечко. Блин, не получился трюк, который я хотел сейчас сделать. Печалька. Слишком медленно, да понятно, что слишком медленно. У нас ускоритель закончился и, соответственно, бензин тоже, да? Или что? Походу, да, дело. Ну что, ребят, давайте тогда мы, наверное, с вами улучшим развесовку. Сколько? 10 лямов? 10 миллионов следующий апгрейд? Зашибись, я тебе скажу. Так, ладно, фиг с ним. 10 лямов, блин. Я эту машину, ребята, буду, наверное, дольше, чем в тех сериях апгрейдивать. Представляешь, 10 миллионов на следующую развесовку, а я получаю за одну лишь поездку где-то около 3 миллионов. Офигеть можно. Вот этот ценник пошел нынче, да, у ребят. Вот так вот. Жадные они, жадные. Так, давай ты уже взлетай, ё-моё. А вот здесь вот твой, оп, по красоте. Так, здесь пролетаем. Без брони, конечно, кисло все выглядит это у нас. Ну, а что поделаешь. Блин, почему я раньше здесь мог залетать, а сейчас мне двигатель сломал себе еще. Офигеть. Просто припечатался. Это говорит о том, что мне нужно теперь покупать броню. Так что ли? Опять, ребят, смотрите. Все уже за 10 лямов. Ядрить на корень, а? Ну, смотрится прикольно вот с такой вот, ребята, броней, да? Хе-хе. Такая мясорубка спереди у нас. Просто чекрыжу и все их. Так, это броня, развесовка. Да, развесовку тоже надо будет потом приобрести в обязательном порядке. Но в данный момент только лишь броня. Потому что у нас постоянно ломается движок. По моей, ребята, вине, конечно, все это. Но офиг ли сделаешь. Вот тут еще, кстати, вопросы интересные. Как лучше, поверху ехать или понизу, да? Согласитесь. Так, давай вот здесь вот аккуратненько. Так, где-то вот тут, да, должен быть, ребята, на ускорении. По-моему, где-то здесь. Вот. Во! Отлично пролетел. Слушай, может быть у нас, кстати, доедем до бензоправки, как думаете? Да отсвяжись ты от меня. Давай, 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 дорогой мой, подгазани. Что тут такое еще? Ну, это, ребята, уж, по-моему, чересчур. Да, чекпоинт. Какой бензин закончился? Ты издеваешься надо мной, а? Смотрите, ребята, совсем кропалин мне не хватило. Я так понимаю, если бы я переметнулся через этот бугорок, то все бы было бы шикарно. Но не хватило, блин, горючки, как вы видели только что. Поехали, 182 у нас день. Я думаю, сейчас мы с вами быстренько до туда доедем. И пускай только напишут мне, что не хватает горючки или еще что-нибудь в этом роде. Не поверю. Давай, давай, давай. Короче, сейчас мы должны доехать с вами до чекпоинта, по идее. Главное, там не лопухнуться, вот где вот я заехал. И чтобы так же четенько у нас с вами получилось. Чтобы я проехал чисто поверху. Так, это у нас где-то
Где-то вот после вот этих всех баррикад это и будет как раз, да? Так, вот здесь вот на подлете. Если не ошибаюсь, ребята, это будет вот здесь, сейчас. Надо будет ускориться. Поехали. Ну, немножко не так, конечно. Ну, ладно, сгодится. Фиг с ним. Так, попробуем. Воу. Блин, ребята, у меня ускоритель закончился. Хватит ли нам с вами... Ну... Давай. Бензин закончился. Да вы что, издеваетесь, что ли, надо мной, блин? Черт бы их побрал, а? Так, что нам здесь нужно сделать? Ребят, вы видели, я ехал как паршивый пес. Давайте вот так вот сделаем. Еще купим. Все, вот этого ускорителя должно нам хватить. Блин, еле-еле там проехал. Ну, трындец просто-напросто. Обидно, блин, аж слов нету. Совсем немножечко там не хватило нам до чекпоинта доехать. Все, на этот раз должно все у нас, ребят, сработать. Все должно быть четенько. Так, давай. Я практически все запомнил, где здесь что находится и когда газовать, когда стартовать. Так, тут пока ничего такого криминального нет. Вот единственное, что здесь надо залететь. Это все мы... Да что ты опять-то тормозишь-то, я не понимаю. В чем проблема-то? Так, вот здесь вот пробиваем быстренько с вами. Ага. Классно. Так, ребят, сейчас будем готовиться к ускорению. Поехали. Да ладно тебе. Ну, надеюсь, нам это не повредит никаким образом. Так, тихо. Так, здесь мы перелетаем. И, ребята, вот здесь нам нужно немножко оставить ускорителя для того, чтобы мы смогли взять вот этот с вами рубеж. Неужели? Да, отлично. Вот сейчас все хорошо. Главное, что мы дошли до чекпоинта с вами. Фух, 4,5 миллиона всего лишь зарабатываем с вами. Это вообще ни о чем, ребят. Ну, умножаем, конечно, на 2 все это. И получается 11 лямов с лишним. Так, что же нам с вами приобрести? Я, наверное, все-таки думаю, что надо купить движочек и коробку передач. Ну что же, давай посмотрим. Сейчас, ребята, уже новый чекпоинт. Соответственно, трассу я не знаю. Так что не обессудьте. Вау! Ядрить тебя на корень. Ты видел, что там происходит? Красота-то какая. Так, понятно. Очень много, ребята, всяких досок, которые могут под тобой рухнуть в ненужный момент. И, соответственно, ты... Опа! А вот это, конечно, подловили они меня. Но я не знал, что там такое на самом деле происходит. Тут и спортсмены, и хирены. Кто тут только на нас не прет. Слушай, колеса как-то меня смущают. Посмотри на них. Они слишком маленькие, мне кажется. Нам нужно их, наверное, усилить, улучшить. Бочки еще откуда-то прыгивают у нас там. Нифига себе. Вот это уровень, ребята. Вот это я тебе скажу уровень. Бензин, говорят, закончился. Только лишь на ускорении. Да, на ускорении далеко я не уехал. Но, тем не менее, ребята, 11 лямчиков я заработал. Что нам сделать? Хм. Давай, наверное, колесики попробуем. Что, не хватает? Не хватает нам... Оу, двойная награда. Давай. Так, ну что, 17 лямов у нас есть. Давайте, наверное, мы возьмем все-таки горючее я хочу взять. Пока есть такая возможность, потому что потом я запарюсь копить такие деньги. Ну что, стартуем, как говорила бабка, да? Так, отлично. Давай здесь вот так вот. Ё-моё, я сам в шоке от того, что я тут вытворяю. Серьезно говорю. Просто это уровень какой-то, ну, прям обезбашенный, действительно. Так, пубух. Так, тут взорвали, ребят. Я хочу, естественно, Не-не-не-не-не. Я хочу свой чекпоинт просто побить, и все, больше мне ничего не надо. Чтобы мне заплатили просто за это деньги. Так, тихонько. Ну, колесики у нас уже получше, но все равно, мне кажется, слабоваты, да? Упс. Передняя броня просто отвалилась. Жесть, я выбрал нижний путь. Да ну, серьезно что ли? Хорош, давим всех. Так, мне осталось немножечко для того, чтобы побить свой собственный чекпоинт. Спортсмен дурачка врубает. Ну, я его уже побил. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Как же у меня, ребят, двигатель сломался. На ускорении. Зомби пробежал там.
сломя голову. Так, ну что, давай, наверное, тогда приобретать здесь движок и двигатель, и все. Только лишь на один раз хватило нам проапгрейдиться. Ладно, поехали. Здесь взлетаем. Классно. Так, здесь тоже надо все это вот так вот, ребята, пролетать. Я эти помню приколы. Блин, ну мне нравится, как тачка у нас едет. Вообще прикольно. Еще бы посмотреть, ребят, как она будет при полной броне, при полном пулемете. Блин, зачем я так ускоряюсь? Все время, ребят, думаю, что, может быть, как-то сможем там запрыгнуть куда-нибудь. Но это, по-моему, бесполезняк на самом деле. Так, все, к чертовой... Да, ага, здесь мы смогли все-таки запрыгнуть. Ладно, поехали с вами поверху. Йо, просто посмотри на мою машину. Ребят, просто двери на ходу отлетают. Ага, отлично. Так, чекпоинт сейчас свой, ребят, побьем. Какого хрена он прицепился ко мне, этот зомбарь? Как он это чудился сделать-то? А? Ребят, я вот не понимаю. Но ведь как-то сделал. Вау. Слушай, совсем чуть-чуть нам не хватает, ребята, до чек... И бензин закончился, и ускоритель закончился. Давай, как-нибудь на последних, вот. И отсюда можно было, наверное, по прямой стартовать, ребята, и все было бы у нас отлично. Так, горючее, естественно, горючее сразу берем. И поехали опять же заново. В общем, одна гонка, ребята, один апгрейдик. Как ни крути. Лучшего я ничего здесь предложить просто не могу. И не вижу даже, что мы тут можем с вами улучшить. Если только за счет рекламы. Но реклама тоже, понимаете, не каждый раз, ребят, появляется. А так бы, конечно, бы я за счет нее бы хотя бы два апгрейда, да? За уровень. За одну гонку. Так, поехали, давим. Прицепился, а? Хмыреныш. Там совсем, да, немножечко нам не хватило для того, чтобы побить. Так, тихо. Блин, у нас, ребята, движок уже дымит. Соответственно, значит, скоро будет большой бум. Или как они любят писать, у вас сломался двигатель, да? Вон, все горит, все дымит. Мы еще врезаемся на этих вот подколах ихних, которые они для меня тут готовят. Так, ускоритель практически закончился. Ну! Да, ну... Трындец какой-то, ребят. Ну, это пипец. Все, и двигатель сломался, да? Ладно, ничего не поделаешь, ребят. Слушай, может быть, действительно нам надо улучшить броню. Да нифига нам не нужно улучшать броню. Нам нужно улучшать движок и коробку передач. Потому что у нас там будет запредельная сразу же скорость, и мы, соответственно, быстрее все это будем с вами преодолевать. Вы посмотрите, я просто сейчас лечу. Ёлки-палки, как Бэтмен. Бэтмобиль, ё-моё. По красоте, я считаю. Для этого, конечно, хотелось бы... прокачать полностью, ребята, ускоритель. Когда ускоритель прокачан полностью, согласитесь, это просто эффектно смотрится, когда ты летишь. Что тут такое? Что тут все мешается-то мне? Просто в хлам разбираем. Так, здесь надо... Опс, ну туда я, естественно, ребят, не смог бы никак попасть. Наверх, с нижней позиции, так как ни крути. О, а вот здесь отлично получилось. Так, опять, ребята, у меня машина, блин, дымится. Опять что-то с ней... Не так. Как бы движок сейчас не заклинило, а? Так, здесь у нас что? Давай подлетим. Все-таки ускоритель — это вещь, ребят, на самом деле, я вам говорю. У меня новое достижение. Какое? Аварийный. Твою маковку, смотри. Тут еще, ребята, ехать. Вон голова за зомби под колесами. Там еще ехать. Слушай, я не знаю, как тогда нам быть. Давай попробуем... на ускорителе, что ли, я не знаю. Я думал, там пригорочек и все, и мы уже будем на чекпоинте. Но на самом деле нифига подобного. Еще вот так вот, если я буду делать в следующий раз вот такие вот выкрутасы, мы с вами вообще далеко не уедем. Так.
А кто-то мне говорил, что эту игру прошел за день. Интересно, как он прошел ее за день? Нет, ну в принципе, если сесть на нее за эту игру за 10 часов, может быть, можно пройти. Но меня бы лично утомило бы 10 часов проходить. Вот так вот гонять. Так. Опа, отлично. Опять же у нас нет брони, ребят. И опять у нас двигатель дымится. Да чтоб его. Что ж за слабая такая тачка-то у меня, а? У меня даже, извини меня, гоночные машины так быстро не вскипали, как этот грузовичок, да? Просто без брони, без всего. Такой едет. Двигатель сломался еще, ребят. Представляете? У меня сломался двигатель. Ух. Ну что же делать-то, а? Что же нам делать, если двигатель сломался? Естественно, ребята, покупать броню. Покупать броню. Ну что ж, давайте тогда приобретем. Все-таки движок я куплю. Ладно, ребят, поехали. Двигатель куплен. Надеюсь, сейчас будет все намного эффективнее. Ну, вы сами видите, как у меня машина уже разгоняется. Намного лучше, быстрее и эффективнее. Так, давай сюда ехать. Это я еще, ребята, ускоритель не применяю. Хотя надо бы. Иначе для чего он нам вообще нужен? Так, тихо. Как же мне вот этот вот прикол, ребят, не нравится, да? Ты едешь и со всей скорости врезаешься просто в стену. Соответственно, у тебя все ломается. По крайней мере, броня передняя вообще отлетает в хлам. Плюс ты этим же передом бомбишь все эти бочки, да? Соответственно, у тебя брони уже там не остается. И как, извините меня, я должен там действовать? По ихнему мнению, а? Вот и я не знаю, ребят. Хорошо, ладно. Пока вроде бы неплохо. Не дымится машина. Но это пока. Потому что еще не все потеряно. Еще, как говорится, нам ехать и ехать. Мы еще только доехали. Мы доехали только до своего чекпоинта, ребята. И у меня уже задымилась машина, блин. Сейчас мы тут полетим с вами вниз, насколько я помню, да? Нет, мы не полетим с вами вниз. Эй, погоди. О, да что такое-то, что тут понапридумывали-то мне? Давай, до чекпоинта, пожалуйста. Да какой бензин закончился? До чекпоинта, да едь ты, пожалуйста. Доехал или нет? Да, ребята, фух, я уже думал, блин, не хватит маленечко. Но все, как говорится, нормуль. Так, ребята, мы с вами продвигаемся дальше. Забегаем в гараж. Так, 20 лямов. Давай-ка я куплю горючечку себе. Ну что, поехали, ребят. Здесь уже все совсем по-другому. Новый, как говорится, чекпоинт. Поэтому будем сейчас смотреть, что тут у нас такого новенького и непонятного для нас. Так, пока все довольно хорошо. Вот единственное, что тут как бы не разогнаться слишком сильно. Потому что тут, ну, сами видите, какие тут приколы у них, конечно. Офигеть можно. Так, подлетели, перепрыгнули, тут все нормуль. Взрыв, спортсмены. Ага, отлично. Так, опять у нас эти туннели здесь, да? Опять, ребята, у нас тут эти туннели. Оп, а вот этот прикол. Можно было бы застрять сейчас, причем капитально. Заметьте это. Так, броня, тихо. Броня прямо на лету, ребята, рассыпается. Серьезно. Серьезно вам говорю. Опа-на, отлично. Давай-давай, заезжай на эти всякие облака. Все в горочку и в горочку, это плохо, ребят. Потому что у нас идет расход офигенный. И топливо, и нагрузка идет вверх. И колеса у нас, извините меня, не предназначены для этого. Бензин закончился. Так. И ускоритель, к сожалению, тоже. Ребят, ровно полпути мы с вами проехали. Хе-хе. Ровно полпути, да? Ну что же, докупаем полностью с вами топливный бак. И все, да, ребят? Остается только лишь движок и коробку передач потом проапгрейдить. Ну, насчет колес, ну, не знаю, ребят. По идее, надо. Но денег жалко мне для этого всего. Так, тихо. Особо здесь не надо буянить, ребята. Потому что здесь все вверх-вверх, все в горочку. А потом вниз. Опа, давай-давай, заезжаем. Хочу просто посмотреть. Ну и что? И что изменилось, что я поехал поверху? Да, абсолютно ничего, ребят.
Или все-таки есть какие-то изменения? Ага. Ну, если в таком плане, то ладно, я согласен. Далее, поехали. Так, тихо, вот здесь надо, ребят, ага. Чтобы не попасть, как говорится, впросак. Отлично все. Практически, ребята, на отметке. Практически на отметке. Это валите вы. Какую-то ерунду на меня тут сбрасывают всю. Так, отлично. Очень хорошо. Так, по зомбарям, как говорится, надо ехать. По зомбарям. Прицепился упырь, а? Раз, два. Во, практически умудрился проехать. Не всех бочек взорвать. И опять, ребят, бензин закончился. И опять бензин закончился с ускорителем. Блин. Слушай-ка, а как же тогда нам быть? У меня бензин пропанный по полной программе. Давай тогда мы с вами вот так сделаем. И следующие уже нам придется, наверное, скорее всего, на коробку передач скидывать. Потому что, ну, не состыковочки какие-то идут. Ну, конечно, я еще могу улучшить себе ускоритель немного. Но я почему-то не думаю, что это существенно нам прибавит к преодолению определенного расстояния. Да, ребят? Я думаю, вы понимаете, про что я именно сейчас говорю. Хотя тут, знаете, тут каждая мелочь, которая бы... Тихо, ускоритель утерян? Зашибись! А фиг ли мне тут, ребят? Мне без ускорителя здесь вообще делать нечего. Как я его мог потерять? А? Упал, врезался. Тут иной раз так у тебя машина летает, и ничего не теряешь. А тут потерял на ровном месте, господи. Что вы мне тут заливаете? Вы просто знаете, что я бы сейчас этот этап прошел. Поэтому вы мне и пишете, что он утерян. Упырьки. Ладно. Нам главное заработать денежек надо, и все. Остальное ерунда, ребят. Так, спортсмен. Эть, зацепился. Нет, нет. Причем он прыгнул на машину мою, да, ребята, и она задымилась. Что там за спортсмен такой? Каменные руки, что ли? Я не могу понять. Так, подожди. Чувствую, сейчас бензинчик мой... Ой, бензинчик. Сейчас мой движочек, по-моему, тут... Да, ребята. Ускоритель утерян. Этот у нас сломалось. Там еще какие-то проблемы. Так, ну что... Давай, ребята, я два раза попробую улучшить себе ускоритель. То есть еще один раз можно его пропать. Я его пропаю вместе, скорее всего, с коробкой передач. Да, ребят, с вашего позволения я сделаю именно так. Ну что, газуем. Как-то вот с передней броней, да, когда машина не полностью бронирована, не очень хорошо смотрится это все дело. Так, тихо, не надо падать. Не надо паники. Поехали. Так, отлично. Блин, этот вояка сзади еще прицепился. Машина очень хорошо себя вот в данный момент ведет. При таких вот колесах. При броне минимальной. Нормуль. Тихо, вот этого не надо. Потому что можно встрять. А так довольно такая неслабенькая тачка. Мне нравится, одним словом. Но вот, знаешь, что мне кажется, не хватает ей? Скорости. Именно скоростного режима. Вот, вот она как бы как тяжелый броневик едет. Вроде и наслаждаешься, и в то же время понимаешь, что она не дотягивает до уровня гоночных машин. Понимаешь? Вот, и поэтому приходится вот так вот, ребята, ехать. Врезаться во все, бомбить. Уже, как говорится, у меня машина дымится. Ускоритель потерял только что. Как-то опять умудрился потерять его. Так, ладно. И бензин тут же сразу закончился. Не айсово, если честно, не айсово, ребят. Так, ну что, давай купим, наверное, с тобой ускоритель последний. И коробку передач. Хм, все, да? Стартуем. Я, ребят, свой рекорд, наверное, не побью, да? Вот эту, свою отметку. Попробуем. Никуда они от нас не денутся, эти говнюки, да? Так. Я так понимаю, ребята, здесь нам даже ускоритель, в принципе, не понадобится. Потому что, где бы я ни разогнался, все для меня печально почему-то становится. Я обязательно куда-нибудь врежусь. Поэтому мне кажется, что его нужно применять уже, когда мы проедем нашу отметку. Вот там уже, да. Или вот как сейчас, вот в данный момент, для того, чтобы перепрыгнуть
вот эти всякие препятствия. Сейчас у меня передняя броня отлетит, ребят. Ох, тихо. Я без брони. Без передней, по крайней мере, так. Давай здесь попробуем вот так как-то сделать. Выключить. Вот это вот мне не нравится, что на меня всякая ерунда здесь падает. Зомби побежал, разбежался, короче, головой в землю. Он, наверное, подумал, что он бежит к этому, к озерцу, да? Так, ладно, хорошо. Ребят, почти у чекпоинта я. И машина, как вы видите. Воу-воу-воу, я ускоритель потерял. Короче, я понял, ребят, как я теперь его теряю. Я когда врезаюсь в эти вот в маленькие проемчики, он просто у меня его сдирает, и все. Вот так вот. Слушай, а дальше так довольно неплохая трасса идет, смотрите. Бензин закончился. А дальше вот идет как-то все нормуль. То есть есть шанс, ребят, пройти, попробовать, по крайней мере, но... Давайте попробуем купить себе броню. И 10 лямов мне, да? Вау, еще тут. Хорошо, давай тогда мы с вами развесов возьмем и глянем рекламку. Так, ребят, ну что, еще 16 лямчиков у нас есть. Давай, наверное, мы... Колесики, все-таки я хочу колесики, ребят. Колесики. И остается у нас развесовку докачать, коробку передач, колеса и пулемет. Все, конечно, это хорошо и прикольно, ребят, но... Не знаю, посмотрим, короче. Главное не потерять там ускоритель с вами. Я, видите, врезаюсь во всякую ерунду. И ускоритель у меня потихоньку... Да, он уже помялся, смялся весь, как-то непонятно, что с ним вообще там произошло. Так, пробуем. Видишь, постоянно мы врезаемся с вами об потолок. Его потихонечку сошкрябывает, так скажем. Вау, классно. Отлично, мне нравится, как мы сейчас едем с вами. Довольно солидненько. Так, вот здесь вот. Вот здесь, давай вот без выкрутасов, пожалуйста. Отлично. Постоянно где-то надо, ребят, подгазовывать. Постоянненько. Если хотим ехать драйвово, нам нужно с вами на скоростях двигаться. Так, отлично. Половина ускорителя у меня еще осталась. Вот что я хочу вам сказать, ребятулечки. Вот это, конечно, тоже западлянка на самом деле. Вот эти вот... Блин! Слишком медленно. Я понял, что слишком медленно. Так, тихо. Зомбарь, отвали от меня. Вот. Вот, ребята, где я и теряю свой ускоритель. Вы видели, да, как получилось? Ускоритель утерян, понятное дело. Потому что я въехал в такую щель, грубо говоря, да? Где могла проехать вот только такая машина. С ускорителем она бы туда просто не поместилась. И как, извините меня, ребят, тогда быть? Кто мне скажет? Как там тогда нужно вообще действовать? Ё-моё, нифига тут. Прикольно, бензин закончился. Но, тем не менее, я уже подальше проехал. Верно? Верно. Давай, дави. Вау, нифига. Нормуль. Отличненько просто. Слушай, ну если такими темпами дальше все и пойдет, то мы с вами должны, в принципе, проехать это расстояние. Такие уже просто на самоходе едем. Так, что у нас еще дальше разгон? Слушай, вообще замечательно. Может быть, ты так меня и до гаража, не? Не получится? Не получится, ребят. Там уже, видите, в горку пошло дело. Ну что, давайте тогда будем сделать так. Полностью апгрейдились, да? И давай, наверное, коробку передач. Ну что же, давайте. Остается лишь чуть-чуть там, ребят, апгрейдить свою машину по полной программе. Опять я, видите, опять я врезаюсь этим своим ускорителем об стены, об потолок, обо всякую ерунду, блин, уже помялся он у меня. Не ровен час я его сейчас и потерять смогу. Я не удивлюсь этому, если честно. Так, о, опять. Все так специально сделано. Так, опять я без передней брони, ребята. Вообще броня у меня, обшивка отлетает. Только в путь. Так, здесь мы пролетаем с вами. Вот таким вот образом. По-моему, где-то вот здесь, да, это будет, ребята, дело грязное такое, где я с вами теряю
свой ускоритель. Где-то вот тут вот. Давай вот так попробуем. Я помню, что там будет такое узкое место. Мы в него будем проваливаться с вами. И как раз ускоритель у меня на этой точке отлетает. Раз, два, три, четыре. Блин, офигею. Вот здесь, по-моему, ребят, где-то, да? Ё-моё, вот, да, ребят, вот именно вот это место. Опять видели, у меня ускоритель все утерян. Опять я без ускорителя, блин. Ну как так-то, а? Ну, почему не везет-то мне так? Ну здесь я вряд ли, конечно, смогу свой чекпоинт побить. А может быть мне просто на самом старте ускорителем пользоваться, да? Как можно чаще, чтобы его, ну, потратить как можно больше. Чтобы вот сюда уже приехать, у меня его пускай и нету, но зато я его и потратил и проехал довольно приличное расстояние. Вау. Офигеть. Ну. Бабах. Сейчас, ребят, бензин закончился, да? Ага. А ускорителя, посмотри, еще сколько бы оставалось, ребята. Ай, вот его бы мне сюда, и я бы просто залетел бы на гараж, ребят. Просто залетел бы. Ну что, тогда давай еще сделаем так. Ага. Ну хорошо, давай развесовочку возьмем. Все, ребят, я погнал. Будем надеяться, что этот ускоритель мы с вами сохраним. Хотелось бы, блин, в это верить, но почему-то с трудом мне это верится. О, во всякую шляпу врезаемся, ребят, с вами. Давай, 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 выравнивайся. Ага, здесь прикол, да? Ладно. Стартуем. Стартуем, я сказал. Так, отлично. Тут вот так вот сделаем. Великолепно, в данный момент мы едем с вами. Так, погоди, погоди. Великолепно. Мне кажется, что оно как-то тяжелее, что ли, стало у меня. Тачка-то моя. А ну-ка. Да-да-да, близится, ребята, тот самый момент, где мы с вами будем терять наш ускоритель. Где-то вот здесь вот. Нет, не здесь. Ну, рядышком, я вам точно скажу. Так, вот надо было нам, ребята, наверх с вами как-то запрыгнуть. Вот! Ну, здесь мы сохранили его. Отлично. Он еще у нас, но зато машина уже дымится. Зато машина, ребят, дымится, блин. Хотя ускоритель при нас. Это все потому, что, ребят, мы практически все бочки с вами ловим. Так. Смотри-ка, довольно неплохо. Так, сейчас мы с вами вниз полетим, так ведь, по-моему? По-моему, да, будем сейчас по этим туннелям тут с вами разъезжать. Машина дымится, нам по барабану на все на это. Тыдыч, сейчас чувствую, мне скажут... Парень, у тебя движок вскипел или сломался, что-нибудь в этом роде. Ляпнут же, да, такое? Так, у меня... О! А как? Погоди-ка, 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 я не... Вниз, что ли, надо? Серьезно, вот так вот? Ой-ой-ой-ой, а я не знал, ребята. Я даже не догадывался. Бензин закончился, давай на ускорении. Не хватило, фак. Господи, ребят, ну как же так, а? Лопухнулся, да, конечно, я насчет того, что вниз надо было. Я даже и не думал, я думал, что наоборот, там надо наверх с вами ползти по стене. Думал, как это так? А вот так вот, ребята, надо было просто притормозить и вниз спокойненько себе упасть. Ладно, давай попробуем еще сделать. Но мне в любом случае, ребята, там бы не хватило бы. Там у меня и ускоритель уже не... А, нет, ускоритель был. Но не получилось бы у меня там проехать. Я серьезно тебе говорю. Энергии не хватило бы. Машина плюс к тому же еще и дымилась вся в хлам. Сам видишь, что происходит. Начало-то самое это... Ну, ничего страшного нету здесь. Вот, началось. Началось, ядрить тебя на корень. Ну вот, ребят, броня начала отлетать. Все, я, как говорится, сижу просто за рулем. В любой момент не дай пинка, и я вылечу из этой машины. Ну, вообще... Как инвалид еду я, ребят, серьезно говорю. Что это за дела?
Так, давай, потихонечку пробиваем. Раз, два. Как вот эти вот бочки-то? Я не знаю. Все, ребят, ускоритель утерян. А это говорит о чем? О том, что я не проеду уже ни шиша. Угу. Ну как мне тут? Без ускорителя? Не, ребят, это не вариант. И машина дымится. Ну ладно, я буду все равно ехать до последнего, ребят, потому что в любом случае мне нужны деньги. В любом случае мне нужно апгрейдить машину. Хотя там уже от апгрейда, по-моему, остается лишь только один раз коробку передач, да? Прапать. И все. И пулемет докупить. От которого я, кстати, не вижу никакого толку. Так, хорошо, разбомбили здесь. Прикинь, это вот сейчас я еду без ускорителя. А если бы у меня сейчас ускоритель был бы, я бы вот этот весь... А, точно, совсем забыл, ребят. Опять забыл. Ну, тут, конечно, прикол такой, да? Как говорится, как хочешь, так и догадывайся, блин. Ну, да чтоб тебе, ну... Ну, и... Ага. Ладно. И бензин закончен. Опять, ребят, на той же самой точке. А, без ускорителя, конечно, это полная лажа, ребята. Ну что, пулемет? Зачем, я не знаю, зачем мне пулемет? Ну, ребята, раз он есть... А где он, кстати, стоит? А, вижу я, где он стоит. Все, я его вижу. Так. Главное не чудить. И не растерять. Давай ты... Да ты издеваешься, что ли, надо мной? Я не пойму. Машина, блин, а? Господи. О, господи, да что ж ты делаешь-то? Давай ты едь. Нормально едь. Не надо придуряться. Нафига мне это твое придурничество? Так, хорошо, предположим. Опять броня, ребята, отваливается передняя. Еще 6 патронов. Жух, неплохо, я скажу тебе. Сейчас в данный момент выглядело все это. Так, патрон закончен, но это ерунда. Патроны мне в данный момент и не нужны были. Мне главное, чтобы бензин у меня или ускоритель не отлетел или не закончился. А остальное все ерунда, на самом деле. Так, смотрим. Ну, естественно, каждую бочку подбить надо своим корпусом. Так, опять, ребят, да что за бред? Что за бред? Ускоритель утерян. Да какого лешего он постоянно у меня утеряется, а? Чё за фигня? Я без ускорителя здесь, ну, ничего не смогу сделать. Блин, жесть какая-то просто-напросто, ребят. Вот что я вам скажу. Еще и машина у меня дымится вовсю. Покатались, называется, мы с вами. Угу. Все. Да понятно, что ускоритель утерян. Сейчас только осталось написать, двигатель сломался или еще что-нибудь в этом роде. Блин, как я доходил до того чекпоинта, а, ребят? Какое-то было чудо, наверное, да, я так понимаю. Или это было не со мной просто-напросто? Трич. Как вот эти вот бочки, ребята, можно объехать, чтобы в них не врезаться? Я не пойму. Так, я понял, я вспомнил. Да-да-да. Эх, да чтоб тебя. Так, ладно, отлично. Может быть, каким-то чудом, ребят, у нас с вами что-нибудь получится, нет? Да ладно тебе, блин, бензин закончился. А то я не знаю. Ну что, ребята, это последний апгрейд нашей машины. Либо сейчас, либо уже никогда. Я не знаю, как тут еще можно играть, ребят. Потратить весь ускоритель здесь, что ли? На ранней стадии или как? Если мы его там в обязательном причем порядке, ребят, теряем. Что это за бред? Что это за несправедливость-то такая? Ну давай ты газуй уже. Еле едет, как сопляжуй. Отлично. Давай на ускорение, вот так вот. Чтоб не было никому, как говорится, неповадно. Так, где-то мы... Да, ну это уже, по-моему, чересчур уж тут начинается, да? Тут у нас, ребят, чересчур. Воу! Взлетел-то аж прям куда. Так, вот здесь мы обычно с вами теряем ускоритель наш.
Тихо, не надо. Давай, давай. Что ты? Что ты делаешь? Машина, да что ж ты чудишь-то так, а? Патрон закончились, да это ерунда, что патрон закончились. Мне главное надо ехать. Ускоритель, есть еще? О, ребята, у меня еще целый ускоритель, как говорится, на крыше стоит. По крайней мере, не отвалился он. Так, горючки еще полбака. Так, ну что-то мне не нравится, как-то мы с вами кисловато тут едем. Так, хорошо. Пум, все отлетело с машины, с моей, что было. Пушки, ускоритель. Ну, сами видите, все, короче, простеряли. Так, ладно. Так, подожди, подожди, я вспомнил. Я вспомнил это все. Поехали. Нифига себе, ребят, мы без ускорителя с вами тут летаем, как бабочки. Вау. Давай, давай, давай. Так, это понятно, что утерян, меня это не интересует. Спортсмен этот вонючий прыгает. И... Да, ребята! Мы с вами это все-таки сделали. И вот она, пожарная машина. У нас новое достижение — пройти уровень 8. Ну что же, ребята, давайте посмотрим, что это у нас за машина. Ох, красота. Новая машина. Естественно, ребята, новая машина — это вам не молоко. Так, давай еще, наверное, купим. Ну что же, друзья мои, эту машину мы с вами будем уже тестить в следующем выпуске. Ну а с вами был Рэй, всем пока, всем удачи и до новых, ребята, скорых видосиков. Удачи вам!